Привет! С вами Dark. Есть способ YouTube не блочить, заблокировать все эти каналы нахуй они, но они, в принципе, и не заблочили пока что. Но я говорю всем высшим стримерам, давайте уже орать на них, чтобы они YouTube не заблочили, потому что зачем это нахуй нам надо? Платформа хорошая для стриминга, самая лучшая, по мне так. Twitch, ну такой си. Тем более у меня что-то блокирнули, что ли, там. Я, короче, не могу свой аккаунт войти. Из-за чего, может, матом обругал, не знаю. В свое время я там стримил раз только. И вот, больше туда войти не могу. У меня одна платформа, это YouTube. Голову хуя ублочить, просто он заблокировать первые программы и НТВ и все прочие в YouTube. Ну, блокирнуть вот это вот. Как они там выкладывают фильмы. Вот это вот блокирнуть, а чтобы все игры, вот это вот, английские языки, вот это вот, готовки, вот. Все остальное нахуй работало на ютубе, как и раньше. Вот и все, можно вообще убрать телевизор. Нахуй нужен, телевизор на ютубе, зачем просто? Зачем нужен нахуй на ютубе телевизор, к примеру, нахуй он нужен? Я понимаю прохождение игр, у кого там денег нет, ну, бывает. Он, ну, или просто не хочет эту игру покупать, например. Или я, например, хочу прохождение интересного стримера посмотреть, который мне просто нравится. Например, не русский стример, вот, например, вот эта вот англичанка мне нравится. Вот, хочу у нее посмотреть прохождение на ютубе. Ну, как она проходила эту игру и как она размышляла в каких-то моментах в этой игре. Это интересно. Во-первых, и английский подтягивается, и все такое, и смотришь. Или вот эту. Вот. И нравится смотреть. Вот. Так нахуя, типа, каналы нужны. Каналы, думаю, телевидение у всех есть. В современном-то мире. Так что можно на ютубе вот это вот все выпускать там. Мелкие видосики, ну, кому какая тема нравится, вон готовки, например. Не знаю, что еще. Ютуб это вообще вещь охуенная. Нахуй ее блокировать.